Они вызвали подкрепление, но никто к ним не пришел. Без этих бойцов картелю крышка. Перебьем их. Ну все, довольно, Игорь. В чем дело? В чем дело? В том, что ты помогаешь красть данные у правительства и сливать их единству. Я ничего не крала. Я помогала шпиону. Вражескому шпиону. Подожди. Мне было приказано помочь ему защитить интересы США в Боливии. И боливийский народ! Слова предателя. А как же верность своей стране? Ты должна была убить инженера сразу, как узнала, что он переметнулся. Да если ты защищаешь такого человека, что остановит тебя саму от слива информации? Идите нахрен! У меня были приказы, я их выполняла. Из-за твоих приказов погибли мои люди. Тебе приказали помочь врагу. Возьми свои приказы и зас... Уокер. Мы работаем в грязи. Нам платят, чтобы мы ее убирали. В таком деле трудно оставаться чистыми. Я хотя бы знаю, на чьей я стороне. Слушай, мне жаль, что ты потерял своих людей, правда. Я могла бы сделать вид, что я хозяин положения, но нет. Я выполняю приказы. Херня. У тебя здесь есть полномочия. Ты сама решаешь, как выполнять задание. Ты же был там. Это тупиковая ситуация. Боуман хотя бы не наплевать. Ты веришь этой шпионке? Кому-то же надо верить. Ладно. Я решил верить тебе, так что поверю пока ей. Смотри мне, Боуман, за тобой должок жизни двух моих бойцов. Если ты хоть на шаг сойдешь с праведного пути, я приду поквитаться. Благодарю за информацию. Уокер хороший командир. Нельзя винить его за то, что он заботится о своих бойцах. Между друзьями и долгом надо выбирать долг. Не уверена, что Уокер считает так же.